Если верить, что лягушка символизирует благополучие и притягивает денежную удачу, то в этих комнатах позитивной энергии хоть отбавляй. На потолке и стенах бумажные, пластмассовые, вязаные и живые. Зеленые и не очень квакушки здесь повсюду. Их больше 2000. История музея лягушек, можно сказать, начинается вот с этой забавной погремушки. Ее много лет назад подарили маленькой девочке Кате. Малышка росла, но своей зеленой игрушкой не расставалась ни на минуту. Поэтому у друзей и родителей сомнений не оставалось, и они продолжали ей дарить лягушек. Спустя годы маленькая детская коллекция переросла в настоящий музей. Маленьким посетителям рассказывают о легендах, суевериях и непростой лягушачьей жизни. Потом ребята, вооружившись светлячками, попадают в темное болото, где их встречают веселые лягушата на золотой цепи дуба и главный хранитель среды обитания. Основная цель – привлечь ребят, научить, чтобы они увидели красоту, чтобы они увидели, как вот живая природа вдохновляет художника на создание вот таких изумительных произведений искусств. Речь идет о чем? Чтобы пробудить в ребенке творчество и чтобы из любого, казалось бы, какого-то незначительного предмета воображением он мог его создать какой-то образ. После экскурсии малыши мастерят своих лягушат и делятся впечатлениями. Мне понравилось здесь делать лягушек, как мы были, смотрели про лягушек, какие они бывают. Они очень красивые, очень разные, прям цвета у них очень красивые. Очень интересно, как они происходили, что выжили за такое долгое время. В эре динозавров даже смогли выжить. Мне понравилось здесь болото очень красивое. И делать лягушек из кружочков. Музей лягушек расположен в торговом центре «Стройдом» на Хлебной площади.